Привет, ребята, на канале Сахарка Плейф. Я не буду играть в пики, как вы видите. Ну что ж, погнали. Так, где мы? А, это знакомый. А, почему-то Brand Inc. нет моего кота. Так, где Артём? Артём? Где ты, попрыгай? Артём, нет, Артём, не подходи к ней. Всё, капец, капец. Мы проиграли. Ну всё. А, нет, всё пропало. Всё. Всё пропало. Всё пропало. Ты девочка одела мои волосы и притворилась мной. Господи, я не так даже одела. Господи, Пики-то прыгает. Пропала. Вы издеваетесь? Вы издеваетесь надо мной? Все пропало. Да. Все пропало, конечно. Пропало все. Все пропало. Блин. Ребят, это вообще как-то стрёмно мне. Здесь видели Джорджа последний раз. Что это было за звук? Ребят, сейчас я тут покажу правильный баг. Ребят, если вы закрываете двери, это очень хорошо. Никто не будет за вами смотреть, наблюдать, никто не будет. Эта девочка подумала, что лучше не передвижаться к двери, а тут появится Пи. Сейчас мы будем смотреть баги. Один, два, три. Так, пусть за девочкой погонится. Если вы нажимаете на ключ, это вы баг, это все знаете. Нажимаете один и все, вы уже все знаете. Но хоть если вы ничего не знаете, все пропало. А, ребятушки, кстати, тут желтый ключ. Не будем подавать виду, что тут желтый ключ. А то подумают надо мной и будут. Блин. Забыла, что. Инфекшн. Это 11-й свет.
Блин. Девочка там осталась. Блин. Ребят, кстати, я купила очень много скинов, вот. Так, я лучше выберу Angel или Доги. Выберу Доги, да. Выберу я Доги, слегка. Ребят, сейчас я покажу вам пару боев. Не понимает ничего, они в дом выбирают. Да плеерс это дурак. Они хотят меня. Хочу быть предателем. Хочу я это быть предателем. Да я не предатель. Дома я не предатель. Ребят, вообще, вы сидите на скалу. Буду предателем. Что это было за звук? Постоянно дом выбирают. Кто-то галерею. Я хотела быть предателем. Игра мне на нервы действует, ребят. Буду всем открывать двери. Ребят, если вы будете открывать двери, и вы знаете, где ваш заклятый враг живет, это девочка не предатель. Да, она была предателем. Ребят, вот. Ну, пожалуйста, игра, выберите хоть меня, свинью, хоть меня предателем. Вот что-нибудь, а не интересное. Я сразу... Компьютерная игра Пиги. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы я была предателем, чтобы я всех не убила, чтобы хоть все были предателями. Вы так считаете. Игра, игрушечка, пожалуйста, выберите меня хоть предателем. Хочу быть предателем, хочу хоть всех поубивать. Отлично. Ребята, вы помните эту карту? У меня есть красная моя любимая карта. Инфлекшн.